сегодня ночью. Смотри прямо сейчас. Блин, это реально, вы понимаете, просто после одесских девчонок... А? Реально, после одесских девчонок как-то все по-другому здесь кажется. Одесские девчонки лучше? Не, ну, да, красотки туда-сюда, да, и сам характер у них другой-то. А что в другом характере? Не знаю, не... Как это сказать, даже не знаю. То ли понимающие, как-то я не знаю, что это. Скажи уж, как есть. Да я не знаю, как это сказать. Просто... Не знаю, все. Так вот. Прикольные. Единственное, с кем из Москвы я нормально общался, это Галли. Очень приятная девочка. В клубы идем, идем, во все идем, идем. В ресторане посидим, посидим, пофоткаемся, пофоткаемся. То есть тебе такая нужна, чтобы подвижная была? Не понимаешь? То, что подвижно. По кайфу. А ты был бы рад, если бы я приехала? А вы с ней дружили просто или что-то больше? Что-то среднее. Что-то среднее. Хороший ответ. Ложимся парами на кровать. Давай четвером. Роман! Давай, все, вот так, все, вот здесь. Роман, слушай, давай реально, что ты так ведешь? Четвером. То есть мы не будем взаимодействовать, да? Что... Просто приляг вот сюда, вот сюда. Да правда? Не хочу, я стихотворение пишу. Стихотворение? Давай мы вчетвером. Все. Ты что, больной? Давай. Ты больной, что ли? Давай. Ты что делаешь? Пиши. Ты что меня обслюнявил? Иди отсюда, э. Ромас. Вы больные оба, что ли? Не понял. Что там? Да пиши, зай. А тебя что-то клуком несет, а? Можешь мне объяснить? А? Я на самом деле думаю, что так жарко у вас. Знаю. Марина убегает. Я сейчас психотворение напишу про Роман. Девишки-то слабенькие. Я не понимаю, ты уважаешь Марину вообще или нет? Ты трогаешь... А на меня что? Да реально. Тебе-то ладно. А давайте сексом займитесь. Это какая-то фантазия странная. Что же там происходит? Займитесь сексом. Тихо, я бы боялась, что сейчас мне пролетит. Займитесь сексом. Нет. Миша? Неужели? Да, вовремя. А как у нас будет вечеринка? Сарфис пари. Это чувачка? Да. Нет, это все заглушенные, да? Что дышать невозможно. Пока под секретом, что у нас будет сегодня. Это вот что-то я про свингер-пати слышал, там... Надо с Ромазом вас ченчить. Не, ну ваши вот эти свингер-тусовки завтрашние, я уже наслышал. Оргия фиолетовая. Заходите. Мне интересно, вы все-таки делаете это или нет? Надо лишнего. Роман, ладно. Подожди, подожди, она еще не твоя. Он очень вкусный. Завтра, Роман, завтра. Мне не надо. В 0-0-0-0, да? 0-0-0-0. Не минутки, осталось чуть-чуть. Осталось всего 5 часов.
Минутку берешь. Ну ладно. Слушай, они нервничают. 30 секунд, ладно, хватит. 30 секунд, да? Это скорострельно, а? Что у тебя? Вот это вот гормоны твои те кипят? Слышишь? Ну а что? Перестань. Что в тебе? Гормоны кипят или что это? Я тебе и вчера говорил, что... Месяц март? Что? Мартовский год. Я никогда не отказывался тебе. И никогда не отказывался от слов тех, что ты мне безумно нравишься, и то, что ты мой типаж. Никогда. Я всегда говорил, что ты мой типаж. Тем не менее. Мы с тобой были порознь. Тем не менее... И сегодня только с тобой что-то вдруг тебя петух клюнул в какое-то место, и ты ходишь, меня целуешь весь день. И я просто не понимаю этого отношения. Понимаешь, я люблю, когда стабильный человек. Я хочу быть всегда таким. С тобой. А ты, где раньше ты был? Я же тут все время была. Я обожаю тебя. Слушай, ты реально странный человек. Слушай, я тебя достану, я тебя... Ты меня душишь? Ты меня задушил? А я каникул сидела. Блин, ну реально, то, что было вчера, это было вчера. И мне стало реально легче. Я погорел, и я клянусь. И я мне просто, стало легче. Я просто просыпаюсь, я понимаю, что это, как бы, блин, настолько... Я тебе серьезно это говорю. Это настолько прошлое, понимаешь? Это реально настолько прошлое. Мне оно тебя просто вот тянет, ты понимаешь, это прошлое, назад. Это прошлое никогда не станет настоящим, никогда. Будущим. Ты больше никогда так не полюбишь. Никогда в жизни. Время лечит всегда всех. Время всегда лечит. Ты не хочешь быть со мной? Mm-mm. Я тебе серьезно задаю вопрос. Ну что за бред уже? Сколько можно, Ромас? Что сколько можно, блин? Что? Сколько можно страдать фигней, понимаешь? То я за тобой, то ты за мной. К чему он сказал? Я за тобой? Тебя умоляю. А что ты сегодня делаешь? Тебе нравится наша пара, честно? Да. Ну, я не знаю, что ей не нравится. Что тебе нравится? Слушай, ну, блин, Ромас, вот честно я хочу сказать, ну, блин. Ты вчера хотел со мной поговорить? Да, я с тобой хочу. Ну, я считаю, что я могу, да? Поговорить. Да, 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 да. Просто, блин, девушки на самом деле это некрасиво, когда, блин, ты в отношениях, да? И при тебе твой парень говорит, сравнивает отношения. Я знаю. И я вот Марину в этом плане понимаю. Я просто знаю. Если бы я бы встречался с девушкой, да, и она бы сравнивала бы наши отношения с прошлыми, мне было бы некомфортно. Я понимаю, что это бред. Я знаю, что есть никогда в жизни. Я считаю, что, знаешь, вот я Ромаза-то я вообще как не знаю, да, как человека. Но вот я вижу, да, человека. И, ну, не будет человек вот так вот играть. Если я вот просто общался с другими людьми, да, я говорю, ну, если... Ну, смысл ему, да? А ты что такая, что ты... Такая, Ромаз, ты иди, я хочу поспать. Вот это и кайф есть! Вот это, знаешь, вот некоторые, знаешь, вот это и есть, вот это неприступность, когда к девушке. Вот это наоборот, вот меня, я не знаю, вот как это, я про себя говорю. Это вообще круто, когда вот так, знаешь, где-то пряником, а где-то кнутом. Вот это круто. Наш с Полиночкой номер, а в стиле... Рэп! Рэп! Какая пора? Я! Хей, хей, хей! Ребята, сегодня у нас будет самая настоящая музыкальная оргия! Значит, каждый из вас будет тянуть фанты. И там написано. И... На этих фантах будет будет нарисован... написано стили, в которых вы должны будете выступать. А вы готовы? Да. Ага. Итак, каждая пара вытаскивает по одной бумажке. Пара первая, я пара. Диско. Томас и Марина готовят номер в стиле диско. Это домашний. Индийская. Окей. Индийская. Ну что, нам сейчас выпадет. Рок-н-ролл. Давай хардкор. Катя, Саша, рок. Да.
надо скакать. Значит, у меня? Итак! Регги! Маша готовит номер в стиле регги, а мы с Полиной будем отжигать под... Лина, что будешь начинать? Рэп! Рэп! Что ты? Йоу! Начинаем. И первая пара будет показывать номер в индийском стиле. Есть. Давайте поаплодируем! Ура! Сейчас начнется. Следующая у нас пара – это обворожительная Катя и восхитительная… Чей-то так? Друг Даша. Так, у них номер в стиле… Рок-н-ролл! Рок-н-ролл! Ваши аплодисменты! Так, рок-н-ролл от Кати и от Даши. Если что, самые суровые пацаны, они будут для нас исполнять номер в стиле рок. Выступает у нас наши гости. Это означает, что сейчас будет номер в стиле регги! Опачки! И аплодисменты для Маши! Завершает этот музыкальный вечер, эту музыкальную оргию наш Полиночка номер в стиле рэп. Остановили все очень быстро, происходит. Ведь не буду ли секундочки подумать, кто же победил. Победил! Какая пара? Я!
Ну, это понятно. Но... Да здравствует Маша! Первое место Мария. Значит, правильно. Второе место, как будто банально не было. Ребята, извините, это. Бэ-бэ-бэ-бэ. А кто это? Это ты и ты. Спасибо! Тихо. Что ты еще делаешь? Я пошутила, он меня по щечку поцеловал просто. Я больной, я дебил, понимаешь? Ты показать справку, что ли? Ты живешь, дебил. Полина взял на плечи, просто закинул и выкинул его в бассейн. Нормально, он хочет, улыбается, весело. Несколько раз, да. Кто такой, типа, даже, что такое? Ну, как бы, тоже полушутя, полушутя. Ну, да, огонь. Да, то есть он такой, типа, это что такое? Моя ты радость. Да. Дай мне щучку. Что ты наша женщина? Наша тёлочка. Мои мужики. Мои. Нет, пойдём. Сучечка или тёлочка? Что делаем? Тёлочка. Подруга. А сучечка не хочешь? Подруга дряхлая моя. Чего мы все разбежались? Мы там танцуем. Не знаю. Мы на своём мужском. Да. У нас урок. Для вас урок. С Саркисом? Блин, ребят, мы не хотели вам говорить. Что за... Я не понял. Ты что делаешь? Да он щечку поцеловал всего лишь. Да, по-братски. А я все нормально делаешь. Что ты делаешь? Я посмотрел, Полина. Да он друг мой. Я понимаю. А почему мне подруг такой не было? Вот я нет. Я понимаю, что всем нравишься. Но реально, Полина, ты доиграешь. Серьезно. Эта девчонка хоть куда? Хоть куда? Хоть куда? Мы тебе предлагали шведскую семью. Я только китайскую. Только китайскую. Хорошо, это предохранение. Предлагаю. Каждый день новый мужик был, ты понимаешь? Мы Велик, иди ко мне. Велик, иди ко мне. Просто. Вот, вставай на колено. Слушай, дай на мне шанс. Давай. Дай мне два. Дай мне три, четыре, пять и десять. Давай. На колени. Господи. Господи. Везильник красивый. Ну что, мужики? Что вы думаете? Поделитесь мне своими эмоциями. Амбал. Нет. Пойдем в бассейн. Давай. А только... Давай. Все. Я не буду тебе ничего говорить никому. Вот, а Настя, она пусть себя ведет, как ведет, понимаешь? Брат, сука, не захочет, ты мне... Я тебе серьезно, мне это не нравится, да? Но... Тебе не нравится, когда ты целуешь щечку? Мне не нравится, когда вообще трогают. Ага. Ну, есть какие-то, мне это не нравится, по большому счету, да, если это часто. Вот вы же не видитесь там, не знаю, раз в неделю, там, да, каждый день видитесь, да? Мне это поведение не нравится, да? Она классная душа, понимаешь? Нет, я знаю, что она классная. Нет, ты не в том смысле. Да я понимаю, что она кайфовая. Ну просто, она, я тоже сказал. Она не понимает. Беньки вылупила свою. Понимаешь, что я просто прикалываюсь с ребятами, шучу. Иди прикалывайся дальше, ты понял? Ты что ревнуешь-то? Я не понимаю, ты что психуешь? Я тебя не ревную, ты ведешь себя как... Понятно? Все. Вообще-то я остаюсь тут. Иди. А вы можете в башню. Что? Церемония разбития пар произошла. Иди в башню. Настя разбила нас. Я тут. Даша, все. Фу, Настя, блин, прости, пожалуйста. Горел сегодня. Пока. Пока. Отлично. У нас на проекте появились лесбияны. Вы прямо шутки шутите, да? Чем же тут, девочки, заниматься-то будете? Ой, мы не будем скучать, ребят. Без вас так точно. Всем, чем сейчас занимаешься. Сиди. Расческу положи, да? Положи. Брось расческу. Бери с кулаками. Слушай, я думаю, нормально. Достаточно. Брось. Что ты, да? Like a diamond in the sky. Я не злой. Это сегодня злая. Я не злая. Руки такие потом противные. Все. Надо поранить. Спокойной ночи. Давай. До завтра. Я притомилась уже. Все, надо спать, ложиться. Слушай, да, ко мне, я надеюсь, никто не придет. В смысле? Ночью. Ну, в плане там своих приколов.
ужастики. Ко мне как бы никто не приходил. Я надеюсь, что все понапивались и легли уже спать, потому что у них там свои контры какие-то. Не, будем надеяться, как бы, а там... Потому что я просто, у меня будет истерика, если ко мне кто-то ночью придет и начнет пугать. У-у-у-у. Я там разревусь. Женщина, понятно? Подойди, блядь, почему никто трогает не мацает, допустим, Марину? Почему? Боятся, потому что, понимаешь? И она не дается. Тебе кто-то касается губами, потом я туда же целую. Да не губ, он меня вот сюда, в щечку, вот сюда поцеловал. И я туда вот же сюда. Потом тебя целую через 5 минут, не понятно? Целую, мне неприятно. А мне приятно то, что ты руки засовываешь. Так, а я сейчас буду засовывать всю, понятно себе? Тогда мы с тобой не вместе. Да иди ты, вот тогда мы с тобой не вместе, иди, уж поняла? Ты можешь успокоиться, я тебя умоляю. Ой, блядь, не трогать меня вообще, да это смысл? Успокойся. Так а смысл? Да я люблю тебя, брат. Ты меня сейчас поцелуешь, послушаю, сейчас расставишь, да? Да. Бред, я говорю, я не такой человек. Я не хочу сейчас, понимаешь, мне это не надо. Это бессмысленно, понял? Не трогай меня. Не трогай меня. Не делай хуже, пойду прошу. Ну, подохожу. Тяжело без тебя. Все, чем я пытался заглушить мысли о тебе, не помогает. Новая девушка. Полина. Но. Да. Полина, но. Москву. Полина, Москву. Спрашивай. Так ты, видишь, лишилась 14. Ваши бывшие отношения еще не закончены до конца. Полина, собирайся. Сегодня ты должна расставить все точки над «и». Вот на самом деле мужчины, которые так думают, они слабые. Мы же с тобой можем быть друзьями? Друзьями? Да. Самая-самая красивая зверюшка, зайка. Лесть неприкрытая. И, ну, неважно, какой ты сделаешь сегодня выбор, я надеюсь, тебе будет комфортно.